Добрый вечер. Привет. Возможно, глядя на то, что нас сейчас окружает, занимаясь решением повседневных проблем, трудно поверить, что мир уже изменился. И наступила эра роботов. Мы провели исследование, как робототехника влияет на нашу жизнь сейчас, и попробовали заглянуть в будущее, чтобы понять, будут ли роботы служить нам, станут ли они нашими партнерами или вытеснят с нашей планеты. Робототехника меняет будущее. А будущее – это, как известно, наши дети. Поэтому мы начинаем с самых маленьких и отправляемся в кружок робототехники, чтобы узнать, как юные инженеры видят мир будущего. Будет классно. Будут роботы постоянно работать, никто не уставать не будет, я представляю себе такой мир. Будет очень круто, и они будут за нас все делать. Ну, я так не думаю, что они будут помогать, потому что любое может случиться. Когда мы будем заказывать еду, нам будут привозить роботы. Ну, допустим, выходишь ты из дома, под твоими ногами появляется какой-нибудь там робот-сиденье. Ты на него садишься и говоришь, типа, ну, допустим, Алиса, отвези меня в аквапарк. И робот там телепортирует тебя в аквапарк. Потом возвращаешься домой, ложишься на кровать, которая автоматически погружает тебя в сон, и засыпаешь. Роботы будут строить другие школы, и они будут все одинаковые. Как-то прикольно, как-то роботов собирать, чем дома сидеть и там собирать. Мы собирали много чего интересного из Лего. Робота-тренера, это, ну, мне понравилась эта очень постройка за этот год. Мы строили робота-погрузчика, над которым я поломала немножко голову. Я уже где-то 4 года хожу на робототехнику, и мне нравится собирать роботов, программировать. И мне нравится робототехника, потому что там я люблю очень Лего, и, а потом, чтобы она двигалась, это интересно очень и познавательно. Я в целом воспринимаю робототехнику как... что-то интересное. То есть даже кружок рисования, там скорее обучаться чему-то. Тут и то, и то. Именно поэтому я пошел на робототехнику. Конкретно победа на Олимпиаде как такового ничего не принесло, вот. Но это был наш ориентир, целью, к которой мы шли, развивались в плане робототехники, программирования. Я пошел в сферу IT, сферу программирования, разработки. Занятия робототехники сильно помогли мне в этом развиваться быстрее. Стоит один раз человека научить математике, и он уже сам выстроит, как бы, все остальные следствия, они все сами выстроятся. То есть, если ты хорошо изучишь программирование, информатику, математику, то тебе не надо будет учиться делать телефонную базу отдельно. Курс по созданию сайтов, курс по этому. Это вообще чушь полная. В
целом доволен. Сфера робототехники как таковая взрослая еще не до конца в России развита и не настолько высокооплачиваема, как сфера IT-разработки и так далее. Вот. Пришлось немножко перепрофилироваться больше в разработку. Вот. Но это тоже мне нравится. И навыки, которые получил я при обучении робототехники, сейчас тоже сильно пригождаются. Будем надеяться, что это направление тоже будет развиваться. И через 5-7 лет мы увидим новое поколение гениальных инженеров, создающих уникальных отечественных роботов и высокотехнологичные решения. Но это не все. Робототехника также меняет жизни реальных людей. Илья, расскажи, пожалуйста, как у тебя складывалась жизнь до того, как ты постучал моторику? Я родился на Дальнем Востоке, возле Тихого океана. Так романтично начинается моя история. Но оказалось, что у мальчика Ильи нету руки. Осознал он это в 5 лет, задал вопрос маме: «Мама, где моя рука?» На что мама сказала: «Ну, пришло время поговорить». Так, Илья, бывает, люди рождаются, дети рождаются без рук, выстреливают на одного ребенка из 100 тысяч. Можем сказать, что ты счастливчик. Ну, так как я там, не знаю, там, Дальний Восток, такое суровое детство 90-х, язык гопников, я знаю, не знаю, только носорог, как пояснить за себя. Я не знаю, зачем я это знаю, но вокруг меня была такая среда, что приходилось как бы выживать. То есть тебе могли и люлей навалять, и в дыню дать, если ты за себя не можешь пояснить. Мне, соответственно, приходилось там, не знаю, там, идти на разные спортивные секции, чтобы, ну, быть там в форме. И я так вот без вообще, там, мальчик без руки, там, я помню, что пошел на секцию волейбола, баскетбола. То есть я выбирал почему-то такие спортивные секции, где априори нужно две руки. Ну, и мне казалось, что это фан, и вроде я все смогу. В итоге мне все абсолютно круто получалось. Я даже как-то доплавался до кандидата мастера спорта. Когда ты, ну, у тебя нет руки, ноги, у тебя какая-то нестандартная внешность, у тебя всегда есть сложности с самовосприятием себя. И самый короткий путь, по моей версии, как преодолеть свои комплексы, если ты себя стесняешься. Нужно идти в общественное поле. Для меня это была сцена, потому что вот сцена, я сейчас сюда пойду, и ты стоишь на сцене, тебя смотрят там десятки тысяч глаз, и тебе уже должно быть все равно, как ты выглядишь, потому что там уже на первом плане выступает твой талант, либо твои знания, либо харизма. Да, и твоя харизма. Ну вот я попал на гражданскую должность, проработал там еще порядка 7 лет в МЧС, а потом мне стало скучно, и я подумал, что так, я в своем городе все добился, нужно ехать дальше. Самый лучший город нашей страны, кому-то нравится, сейчас такое предисловие, кому-то не нравится, это Москва. Это самый лучший город нашей страны, здесь самые талантливые люди, и здесь куча возможностей. Я начал ходить по собеседованиям, и практически через одно мне отказывали из-за руки. Ну, так бывает. У меня к тебе другое предложение. Давай пока к нам сюда, курьером. Поработаешь, попрыгаешь. Был какой-то момент, когда какой-то из работодателей сказал, говорит: «Слушай, Илья, вы нам нравитесь, а у вас есть протезы?» Я говорю: «Слушайте, нет». Ну вот если бы у вас были бы силиконовые руки косметические, возможно, мы бы вас взяли в офис. Буквально там со второй попытки я устраиваюсь в фарму, работаю там 6 лет. Поработал 6 лет в фарме, и в какой-то момент начал вообще интересоваться, а что вообще происходит в мире протезирования, загуглил. И к моему удивлению я обнаружил, что есть компания Моторика в Сколково, которая делает вот такие киберруки. Когда я посмотрел вообще, кто эти люди, кто носит эти протезы, для меня это был второй шок. И когда я увидел, что это не просто какие-то там люди с инвалидностью, это просто пилоты Формулы-1 с крутейшими технологическими руками. Я думал, блин, я хочу себе такой же. Опять такой триггер в голове, это стоит дорого. Хотя бы это уже делают в России, думаю, но стоит все-таки, наверное, дорого. Отправил заявку и обнаружил, что его можно получить бесплатно. Так же, как силиконовые руки, они стоят одинаково, только это функционально, а да нет. Я такой, я хочу эту штуку, да, все. Я прям загорелся, думаю, хочу попробовать. Для меня была главная продающая
фишка – это как они выглядят. Ну что это вообще выглядит как космос, как киборг, не знаю, как киберпанк, как будущее. И вот мне продал дизайн, всю киберуку, всю технологию. Но я вообще не знал, сколько потом заложено вообще в этот протез, помимо его внешнего вида. Если говорить там, ну, что дала мне киберрука, она сделала меня абсолютно свободным. Если до этого я вообще стеснялся даже как-то все равно выходить, ну, в социум, тем более там сниматься на видео, вы что, то там выйти на сцену, спеть еще окей. Но сниматься на видео, как бы, ну, ребята, нет, я не буду сниматься на видео, что, у мальчика ручки нет. А тут, когда появляется киберрука, перквиш, я много жестикулирую. Мне часто говорят в социальных сетях, кто смотрит видео, говорят, я, ты так много жестикулируешь. Ребята, если бы у вас не было руки, а потом бы она у вас появилась, вы бы тоже часто жестикулировали. Вот сейчас я нажестикулируюсь, мне нравится, как я выгляжу, и мне хочется этим делиться с миром. Хочется, во-первых, поделиться своим 30-летним там опытом, который почему-то зачем-то от кого-то скрывал, потому что мне всю жизнь реально не хватало какого-то человека, ну, такого opinion-лидера, на которую я смотрел, думал, блин, круто, вот там у дяди или у тети нет руки или ноги, типа, а они вот такие вот успешные, мне вот хочется тоже быть таким. У меня такого человека не было вообще, вот за все там 30 там, копейками лет я не видел нигде на телевидении таких людей. И я подумал, что если их нету, тогда им стану я, ну, я сам в этом нуждался. И, собственно, так вообще начался вот мой блог, рассказ про технологии, про то, как это меняет жизнь, и да, это получение киберруки реально меня изменило. Кстати, такой небольшой момент, какой-то момент я, как я понял, что типа, ну типа киберрука прям сделала меня, я сделал ее, такой у нас был классный тандем, что как-то я начал подниматься в социальных сетях. Мне приходит аналоговый человек и говорит мне, сейчас просто внимание, слушай, ты вот такой вот удачливый, потому что у тебя руки нету. Потому что у тебя вот тут есть киберрука, поэтому тебя все хотят, не знаю, там, снимать и спрашивать. Я вот так в этот момент снял очки и говорю, это была девушка, говорю, ты сейчас серьезно? Ты сейчас серьезно? То есть ты считаешь, что типа киберрука, то есть я такое приложение киберруке. То есть ты считаешь, что только благодаря этому, ну, все получается? Александр, здорово, что ты написал, и мы пригласили тебя на интервью. Расскажи, пожалуйста, свою историю. Ультра простая. Попал в аварию, потерял ногу. А как ты узнал про технологичные протезы? Наверное, так же, как и все, с кем происходит что-то подобное, ты в какой-то момент лежишь в кровати, открываешь Инстаграм или еще что-то и начинаешь искать, а как живут люди, которые, ну, без рук и без ног. Вот ты нашел протез, да, понял, что тебе нужно. Наверное, посмотрел на цены, там цены это не дешевые, сколько твой протез? Мой протез в сборе стоит 3 с лишним миллиона, там 3200, по-моему. Самая дорогая часть его – это коленный модуль, который стоит отдельно в сборе. Я могу его показать. Да, да, да. Собственно, весь протез состоит из там, нескольких составных элементов. Это гильза, она полностью обжимает мою ногу, и на ней я, по сути, сижу. То есть я не упираюсь торцом ноги вот сюда. На самом деле опора протеза идет под ягодицу, и я на нем как бы сижу. Дальше к самой гильзе, вот здесь вы можете видеть, она частично из карбона, частично из мягкого материала, чтобы мышцы могли работать. Дальше идет крепление к коленному модулю. Вот это сам коленный модуль. Это основная дорогостоящая часть в протезе. Он стоит, по-моему, 2 миллиона 700. Обычная алюминиевая трубка, которая просто под рост подбирается. И дальше идет стопа. Она у меня гидравлическая. То есть, когда я наступаю, она может наклоняться. Она не зафиксирована. То есть, это помогает мне более комфортно ходить по склонам. И посередине здесь еще она вот такая расклешенная. Это позволяет мне боковые уклоны тоже проходить поудобнее. Ну и еще интересно то, что стандартизированное крепление, да, у этих частей. И ты можешь относительно спокойно подбирать различные элементы.
мне интересно еще с точки зрения электромеханики, то есть за что отвечает именно электроника? У протеза есть лишь одна функция. Он тебя поддерживает как опора и складывается в нужный момент. То есть, по сути, это дверная петля. Ну, то есть, вот он прямой, я на нем стою, вот он согнутый, ну, мне так удобней. И вот в зависимости от того, в какой момент и как он складывается, по сути, все протезы и различаются, текущие. Есть простые механические протезы. Они, вот действительно дверная петля, они вообще тебя не держат, как только они складываются. Есть протезы гидравлические. Они в определенный момент жесткие, а в определенный момент позволяют тебе спокойно складывать ногу. У меня как раз гидравлический процесс, и чип внутри отвечает вот как раз за эту функцию. Позволить цилиндру согнуть колено свободно или согнуть с каким-то усилием, или не согнуть вовсе. Я могу встать показать на самом деле. Ну то есть, когда я делаю шаг, он сгибается свободно. Просто идет сгиб в колене, и все, и как на велосипеде. Но если я переношу нагрузку, например, на пятку и хочу сесть, то он сгибается уже с усилием, что позволяет мне плюс-минус равномерно спуститься. И вот этот же сгиб, он позволяет мне спускаться по лестнице, например. У этого колена еще прикольная фишка есть, когда стоишь немножко устал, я, например, сгибаю его, замираю на секунду, и она продолжает держать этот угол. То есть вот сейчас, например, колено полностью заблокировано, и вот как раз за определение того, нужно ли блокировать колено, нужно ли блокировать цилиндр, и отвечает микропроцессор. Сейчас ты тестируешь более новую модель. Расскажи, в чем отличие. Если все протезы, про которые обычно говорят, они вот как раз на сопротивление сгибанию, то тот протез, он на выталкивание. То есть это как раз та новая эволюционная ветвь протезирования, когда протез становится активным. Он может не только сопротивляться сгибанию, когда ты спускаешься по лестнице, он может тебя толкать вверх. Вот. Он может тебя поднять с кресла, например. То есть я наклоняюсь, давлю на него определенным образом, и он разгибается. А сейчас ты встаешь за счет правой ноги. Да, да, да. И сажусь в основном за счет правой ноги, потому что не всегда ты протезу доверяешь. Если начал сгибаться, он продолжит сгибаться, он не остановится. А нога все-таки, она, ну, ты можешь ее остановить. И, на мой взгляд, это прям ключевое отличие в том в новом протезе. Это то, куда протезирование должно идти. Ну, я смотрю, ты такой спортивный человек, да? Расскажи вообще, чем ты занимаешься, какие, может быть, у тебя хобби, где работаешь? Я занимаюсь сноубордом. Я вхожу в состав сборной Подмосковья по пароусноуборду, призер чемпионата России по сноуборду, который был вот этой зимой. Надеюсь, что в этот сезон у меня получится попасть уже в сборную, в следующем году на Олимпиаду. Ну, это такое вдруг. И, кстати, четвертое, самое главное, что я хочу от протеза, это если вот говорить про то, каким он должен быть, я хочу, чтобы он был один. Потому что сейчас, когда мне нужно ходить удобно, мне нужно брать мой протез. Когда мне нужно бегать, мне нужно брать беговой протез. Если мне нужно кататься на сноуборде, мне нужно брать другой спортивный протез, который с амортизацией какой-то, и на нем неудобно ходить. И ты вот берешь с собой эти баулы ног и думаешь, ну вот зачем мне это все? У меня, ну, нога должна быть просто обычная. Какая у тебя мечта вообще? Да хочу мир, чтобы стал как из фантастических фильмов, когда вокруг куча природы, все зелено, но при этом какие-то невероятно современные технологии во всем этом мире присутствуют, и все это не противоборствует. Никогда ты там, не знаю, заводы загрязняют планету, а когда все это ультраэкологично и ультрасовременно. И, наверное, КБ мы основали по той же причине. Нам нравится создавать какие-то технологичные штуки, вот, и за счет выполнения проектов заказчиков и за счет выполнения каких-то своих личных проектов мы потихонечку вот к этому миру приближаемся. Мы наполняем его какими-то новыми штуками, которых раньше там не было. Еще один пример компании, которая в прямом смысле поднимает людей из инвалидной коляски, это компания «Экзоатлет», которая делает реабилитационные экзоскелеты для людей с травмами позвоночника, последствиями инсульта и ДЦП. Компания начала также продавать свои экзоскелеты в Южной Корее и Европе. Мы много читаем в комментариях,
что невозможно в России сделать что-то стоящее. Вот вам очередной пример, что возможно все. Постепенно, проникая во все сферы нашей жизни, роботы оказываются в таких областях, где, казалось бы, им совсем не место. Это сфера человеческих отношений. Цифровые помощники скоро могут стать коллегами, например, ведущих либо секретарей. Виртуальные партнеры уже заменяют семью молодым людям в Азии. Домашние роботы присматривают и составляют компанию пожилым людям. Отношения с роботами становятся реальностью. И мы уже рассказывали об этом в выпуске по ссылке в описании. Но все же нельзя не задать вопрос, могут ли роботы в будущем заменить там друзей или партнеров. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Возможно ли в будущем иметь партнера-робота? Да, теоретически это возможно, но зависит от того, какое общество дает определение партнера-робота. Я думаю, что это зависит от будущего в целом. Может быть, лет через 30 общество само решит, есть ли необходимость в таком партнере. Таким образом, проблема заключается не только в технических возможностях, но и в том, как наше будущее поколение будет определять нормы и правила. Основываясь на этих правилах и нормах, думаете ли вы, что роботы могут полностью заменить людей в качестве партнеров? Думаю, в будущем это возможно, но через 10 или даже 20 лет полностью заменить человека все еще будет невозможно. Я не думаю, что нам нужно быть идеальными для партнера, верно? Даже в качестве партнера нам не нужны идеальные свойства человека, поскольку жить с партнером — это значит помогать, восполнять друг друга. В таких случаях партнерство может стать своего рода взаимопомощью и взаимодействием. Это не история про идеального человека. А что вы думаете о людях, которые задумываются о роботе в качестве партнера? И зачем он им? Какую цель они преследуют? На самом деле, я брал интервью у нескольких человек, имеющих партнеров-роботов, и у них множество предубеждений. Однако в целом они все в поисках разнообразных отношений с партнером. В обществе существует определенная система брака. Так, в японской системе брак с представителями одного пола запрещен, в отличие от некоторых стран. Я думаю, что обществу необходимо какое-либо разнообразие в отношениях. Некоторые люди не хотят подстраиваться под определенную брачную систему. Другие используют более вариативный подход к поиску партнера. Сегодня в нашем обществе утверждено сопутствующее понятие о семейной жизни и о совместном оказании друг другу какой-либо помощи, в том числе психологической. Поэтому такое же отношение будет передано и роботам. Некоторые люди стараются быть открытыми, добрыми к роботам. Люди утверждают, что довольно трудно найти партнера противоположного пола, вследствие чего им нужен партнер-робот. Но некоторым представителям нашего общества нужен партнер как опора в жизни. Здесь может быть большое количество поводов, но в основном это желание людей вести нетипичный образ жизни. А как вы думаете, можно ли изобрести эмоции и какие эмоции можно реализовать в приложениях для роботов? Нужно ли это людям? Что вы думаете по этому поводу? На этот вопрос ответить труднее, потому что эмоции — очень сложное понятие. У каждой автономной системы есть определенное внутреннее состояние. И если мы называем это эмоцией, то можно сказать, что у каждой системы есть эмоция. Но эмоции для человека — это более конкретное понятие, то есть радость, счастье, сострадание. Самым сложным является то, что культовым моментом эмоций является сострадание или оценка другого намерения. Это особенно сложная задача для робота, которая пока не реализовано. Как вы думаете, искусственный интеллект и глубокое машинное обучение, данные принципы развития эмоций и их реализации помогут нам получить такие чувства? Назовем их эмоциями роботов. Да, сейчас их пытаются реализовать, и хороший пример этому — социальный интеллект. Это совокупность способностей, позволяющая читать мысли оппонента и проявлять к нему сострадание или сочувствие. Для этого требуется своего рода рекурсивное намерение. Например, я считываю мысли Дениса о вопросе, и я могу представить, что Денис думает о моих мыслях. Таким образом, это человеческое взаимодействие и есть не что иное, как рекурсивное преднамеренное чтение. Это довольно сложная задача. В настоящее время некоторые команды, работающие с машинами, пытаются сделать такой вид социального интеллекта. Okay, thanks. Хорошо, спасибо. Итак, предлагаю подвести итоги темы о роботах в качестве партнеров. Поделитесь своей точки зрения, каким может быть будущее роботов как партнеров для нас, людей.
Я думаю, что некоторые компании стараются настроить робота-партнера для сферы услуг, например, для создания контента или видеоигр, то есть такого персонализированного варианта для каждого пользователя. Для некоторых людей воссоздание умершего партнера может и звучить странно или даже пугающе, но это поможет кому-то найти причину жить дальше. Все зависит от конкретной ситуации, но сам поиск партнера является очень сложной задачей в наше время. Появление партнера повышает качество жизни не в целом, а особенно, когда это робот. Если какая-то технология повышает качество жизни, то это в целом хорошо. Робототехника зажигает сердца детей, развивая их технически и творчески, рождая желание менять мир. Она дает новый импульс и расширяет возможности людей с врожденными особенностями здоровья, позволяет полноценно жить тем, кого внезапно постигла беда в результате несчастного случая или болезни. Роботы позволяют стать более счастливыми тем, кому сложно общаться вживую и кто чувствует себя одиноким. Но это только одна сторона. Обратной стороной развития технологий являются их реальные мнимые угрозы для человека. Среди них популярным является потеря рабочих мест, тотальный контроль через систему распознавания лиц, чипизация населения, вытеснение гаджетами и искусственным интеллектом настоящих человеческих отношений. И, конечно же, общая тотальная угроза сверхразвитого искусственного интеллекта. Алиса, но почему все-таки люди боятся роботов? Слушай, так получилось, что у самого слова «робот» изначально не очень хорошая репутация. Это слово искусственное. 100 лет назад Карл Чапик придумал это слово и использовал в пьесе «Рур». И в этой пьесе роботы, которые были созданы, потом уничтожили своих создателей. И в целом потом очень много это транслировалось уже в кинематографе, уже в 20-е, 30-е годы. В 50-е годы, когда два американских предпринимателя, один больше предприниматель, другой ученый, правда, создали первого робота Unimate, у них была целая проблема его продавать. И в США, и в Европе, потому что действительно все думали, зачем нам роботы, они нас вообще как бы нам навредят, да? И... Начитались книжек. Да-да-да, и фильмов уже насмотрелись, к тому моменту их было довольно много. И бедные создатели этих первого робота Unimate не знали, куда его деть, куда продать, и в итоге продали вообще весь патент, и производство этого робота началось в Японии компании Кавасаки. И начала она это делать в 1969 году, и с этого в целом начинается такое настоящее развитие промышленной робототехники, получается, ей там уже 50 лет. Если в 20 веке люди боялись роботов с точки зрения какого-то своего физического уничтожения, то в 21 веке поменялось отношение к тому, а что может быть угрозой для человека, и сейчас страх роботов, которые заменят людей, в целом это тот же страх, который трансформировался, потому что потеря работы для человека чаще всего может являться такой вот социальной смертью. И поэтому мы, когда говорим о робототехнике, мы должны понимать, что до сих пор вот этот вот негативный контекст к этому слову существует, и он влияет на то, как люди воспринимают робототехнику. Но как его перебороть? Популяризировать надо, да, нужно рассказывать о том, что вот создаются такие вот различные устройства, которые улучшают условия жизни человека, улучшают условия труда. И даже когда мы сейчас говорим о том, что роботы заменяют людей, это неверная фраза в своем корне, потому что в первую очередь люди создают роботов и люди принимают решение о том, что для какой-то задачи лучше использовать роботов. Человек активен в этом процессе, а роботы скорее инструмент или результат работы, который мы можем использовать для того, чтобы выполнять те задачи, которые перед нами стоят. Поэтому здесь не нужно быть в пассивной роли, да, что кого-то там заменит, а нужно быть в активной и участвовать в процессе или создания этих роботов, или использование, потому что в целом все они создаются как раз для блага людей. Ну, а с точки зрения эффекта зловещей долины, что ты можешь сказать? То есть именно с точки зрения физической оболочки и приближенного образа человека? В целом, мне кажется, что здесь
важно будет в создании таких человекоподобных роботов попадать в какие-то архетипы или какие-то такие конструкты медийные, которые сейчас используются, например, для телевизора, да, когда есть четкий образ, который улавливается, который простраивается хорошо и знаком, и который вызывает положительные эмоции. Роль, которая есть у робота и с которой хочется взаимодействовать. Потому что если как бы нету той роли, которая задана изначально разработчиком, и она легко считывается там, человеком, то, соответственно, как бы уже становится сложно. То есть можно сделать, допустим, миленького какого-то робота, не знаю, похожим на котика, и, соответственно, сразу будут ну, такие эмоции. Или там задать, делать человекоподобного робота, похожего на ребенка. Тогда, соответственно, уже более лояльный, так вот, ну, по-доброму человек может относиться. И если там делать какие-то другие образы, например, какой-то роскошной женщины, то, соответственно, будет вызывать совершенно другие эмоции. Алиса, а с точки зрения приватности становится все больше систем видеонаблюдения, больше данных, искусственный интеллект умнеет. Что будет с нами в будущем? Мы будем совершенно прозрачны? Ну да, скорее к этому все идет, потому что в целом мир становится прозрачным. С точки зрения того, что банки следят за нашими операциями, там, поисковики знают, что мы ищем и чего мы хотим в этом мире, да? В то же время искусственный интеллект управляет там, тем, той информацией, которую мы получаем в результате поиска, да? И мы в какой-то момент становимся в каком-то таком информационном пузыре той информации, которую под нас выбирает искусственный интеллект. Мы как бы живем в той системе, когда за нами постоянно могут наблюдать. И там те же системы распознавания лиц, которые уже ну, просто в метро доступны, ты можешь проходить метро с помощью вот этих систем автоматической оплаты. Но с другой стороны, это может иметь другое следствие. С одной стороны, когда, например, действительно ловят так преступника, это одно дело. С другой стороны, когда ты проходил, допустим, в месте, где был митинг, а потом спустился в метро, и тебя задерживают, потому что как бы фейс-контроль сработал и как-то типа подозрительно тебе везут в ВВД, это как бы другое уже совершенно ощущение вот этой реальности. И, конечно же, она вызывает вот сильные такие вот эмоции, связанные с тем... Это кому будут доступны эти данные? Да, и как они будут использоваться? Потому что в целом сейчас тоже происходит обсуждение или ситуации, когда какие-то данные утекают, да, или кем-то, или продаются, и там дополнительно как-то используются, да, или, например, их как-то еще агрегируют и обозначают на них еще, на этих данных кого-то, ну, там, систему искусственного интеллекта дополнительно обучают. То есть это все создает очень много вопросов, и, например, если у нас в стране, то очень сильно используются технологии распознавания лиц и уже находят реальные коммерческие применения или государственные применения, связанные с безопасностью, то, например, в Европе сейчас обсуждается история того, что а давайте мы вообще остановим, запретим тему использования технологии распознавания лиц в общественных пространствах, потому что это как раз нарушает возможность там, приватности и право приватности вообще у человека. И, возможно, мы окажемся в том мире, когда приватность и отсутствие себя в этой системе, да, глобального наблюдения, вот этой мегапрозрачности, эта приватность будет стоить каких-то дополнительных денег. Возможно, будет такая лакшери-функция. Об угрозе искусственного интеллекта, тотальной слежки и системы социального рейтинга на основе цифрового следа мы часто слышим в связи с Китаем. Якобы там уже люди познали все минусы развития технологий. Давайте же узнаем, так ли это на самом деле. Евгений, приветствую. Расскажите, пожалуйста, вы живете в Китае уже давно? Сколько живете в Китае? Ну, с 2000 года. Зачастую, но вот я лично слышу в СМИ, что в Китае есть тотальная слежка, следят за людьми, все под контролем. Насколько это верно? Ну, смотря что имеется в виду за тотальной слежкой, как бы, есть ли у государства механизм, чтобы найти кого-то, если им это нужно, да, такие механизмы есть, но они не отличаются от таких же историй, как в Москве или в Лондоне. Ну, например, наверняка там все эти истории, которые слышны на той стороне, так сказать, они касаются тех же там камер видеонаблюдения, да, но есть несколько
анализов по количеству камер плотности на количество населения. И да, там китайские города занимают, допустим, половину рейтинга, но другую половину занимают вполне себе европейские города. И я бы даже добавил от себя, что у меня есть ощущение, что большая часть этих камер в Китае не работает. Ну, известное китайское качество. Вот. Я где-то даже сначала официальную цифру, что-то там до 10% камер не работает, но это такая история, которая может быть верна, может быть нет. Вообще еще других аспектов отслеживания жизни населения какие-то есть еще особенные механизмы? Ну, наверное, имеет смысл упомянуть вездесущность Вичата и Алипэя. Дело в том, что Китай — это, наверное, первая страна в мире, в которой полностью бескэшевая экономика. То есть я не ношу наличность в кошельке уже лет, наверное, 6 или 5 или 6 точно. У меня нету ни одного юаня в кошельке. Все транзакции, вплоть до маленького рынка на улице, покупки овощей, все делаются через телефон. Вот, а это делается через приложения типа WeChat Pay и Alipay. И, естественно, как бы, имея вот такие вот платежные чекины по ходу жизни, конечно, в принципе, можно отследить любого человека. В СМИ очень нашумела система рейтингования и тестирования этой системы в Китае. Евгений, насколько это правда? Да, это такая история, которую я уже устал объяснять людям, на самом деле, во многих интервью. Дело в том, что как бы в Китае до последних там, лет 10 все было очень плохо, в принципе, вообще как бы с кредитными рейтингами обычными банковскими. Ну, потому что как бы банковская история у людей отсутствовала. Ну, Китай как бы делал реформы последние лет там 30, только-только люди начали богатеть, и кредитной истории на несколько там десятков лет у людей нету. Поэтому как бы Китай, китайское правительство задумалось о том, как бы эту историю начать развивать. Плюс как бы онлайн-площадки продавцов, типа там Alibaba, там Dingdong и так далее, у них есть свои внутренние системы лояльности, то есть как бы разные организации банковские или онлайн-площадки, каждый из них имеет какую систему или обычного кредитного рейтинга, или скоринга, или же систему лояльности. И правительство, оно как бы объявило в 2014 году о том, что оно каким-то образом это все унифицирует и приведет к какому-то единому знаменателю. И сразу появилось огромное количество журналистских статей на Западе и в России о том, что это будет нечто похожее на социальный рейтинг в сериале «Черное зеркало». Не знаю, вы смотрели там серию, где люди друг другу там оценки ставят. И до сих пор какой-то единой системы социального рейтинга не существует. Вот если просто остановить китайца на улице и спросить, какой у тебя кредит, социальный рейтинг, он не поймет, о чем вы его спрашиваете. То есть единой такой системы не существует. Существуют обычные системы а-ля кредитной истории в банке, если вы брали кредит, или там платежи ваши смотрят историю, да, или в системе там Alibaba, Dingdong, система лояльности, то есть можно посмотреть на ваши покупки и так далее. Но вернемся к государству. Одним из, как бы, одной из страшилок, которые во всех этих статьях были, это то, что вот если у вас будет плохой рейтинг в силу чего-то там, не знаю, плохих покупок на Алибабе, что маловероятно, или что вы там ругали партию в онлайне. Да, в игры всякие. То вам понизят рейтинг, и вы не сможете купить билеты на самолет или там заселиться в хорошую гостиницу. Вот как бы вот это вот, купить билеты на самолет или заселиться в гостиницу или поступить в престижную школу, это вот постоянно как бы проходит такой красной линией во всех этих статьях. Но тут нужно понимать, что вот эта система наказаний, как бы невозможности купить билеты на самолет, она существует отдельно от всех вот этих вот кредитных рейтингов в банке и системы лояльности в Алибабе. Она существует как система юридического инфорсмента. То есть если вы, например, как предприниматель взяли кредит и не вернули, или вы с партнером нарушили обязательства, партнер подал на вас суд, вы этот суд проиграли, то тогда, как обеспечительную меру, суд выносит постановление, что вот этого человека, вот этому человеку нельзя продавать билеты на самолет, пусть ездит по стране только поездами. Вот это работает. Но это, в принципе, такая история, она есть и в других странах. То есть у нас же в России тоже, если неплательщик алиментов долго не платит, его не выпустят за границу. Вот, его остановят на границе. Просто как бы у нас в стране такие ограничительные меры, большие они, небольшие, сложно сравнить. А в Китае другие, потому что за границу китайцы мало ездят, их приходится ограничивать внутри страны. Но механизм
механизм точно такой же. Только через судебное решение можно ограничить человека в правах. Просто по какому-то рейтингу, что он что-то так делал там автоматически, такого не существует. Просто по одной простой причине, как тут есть такая присказка, что если бы это работало, то самыми крутыми в рейтинге были бы китайские игровики, те, кто играет в компьютерные игры, потому что они умеют прокачивать свой профиль. Что общество получает больше от систем распознавания какого-то ограничения людей? Вот это больше польза для населения, либо это больше вред и какие-то ограничения, которые не позволяют развиваться обществу? Ну, это, так сказать, это как нож, которым можно как бы еду порезать, а можно убить человека, да, то есть обоюдоострая такая история. И, естественно, есть очень много плюсов от вот этого всего. Например, как бы, ну, практически отсутствует воровство, да. Ну, не так, чтобы прям за тобой бежали и отдавали кошелек, но, скорее всего, если вы его забудете, никто его не будет подбирать, вы вернетесь, его поднимете. Во многих городах крупных это уже так и есть, там не запираются там велосипеды. Хотя я тоже здесь 20 лет, да, как бы воровство велосипедов это вообще был национальный спорт в Китае. Вот. А сейчас нет, сейчас этого нету, все очень спокойно, преступность очень низкая, потому что все понимают, что преступника можно найти. Я бы так сказал, что вот в сторону бытовой преступности и защиты от бытовой преступности это очень положительная история. Но с точки зрения, конечно, общего подхода, ну, грубо говоря, тоталитарного или автократического государства, это, конечно, минус. Ну и, естественно, как бы, что касается там истории с диссидентами и инакомыслием, ну, конечно, как бы, с точки зрения общих демократических прав человека, это не очень приятная история, тут никто как бы спорить не будет, это очевидно. Ну, а сами китайцы как к этому относятся? То есть, как к норме жизни уже, либо все равно есть какие-то там, ну, не то что разговоры, но, может быть, мысли о том, что есть вот, там, скажем, Запад свободный, да, и мы так вот в таких тисках тут находимся. Я бы так сказал, вот те 99% населения, которые даже не знают, не заморачиваются на VPN, они даже не подозревают о существовании Facebook или YouTube. То есть для них эти вещи не, ну как бы, в их мозгу они в принципе не существуют. У них есть свои как бы социальные сети китайские, свои видеохостинги. То есть, ну как бы вот, грубо говоря, ежедневная жизнь человека в интернет-среде, в цифровой, в Китае полностью покрыта внутренними сервисами, и сложно человеку, тут, который никогда за рубежом не был, придумать, что бы ему еще нужно было бы. Да? Вот. А те люди, которые знают, что на Западе есть такие сервисы, там, используют VPN, их мало, и они как бы, с одной стороны, да, сожалеют, что это все закрыто, и нужно делать какие-то скачки, чтобы или, там, телодвижение запускать VPN. Но, с другой стороны, они тоже, в принципе, знают, что будет, если в Китае начнется какой-то луань, как замес, ну, начнется какая-то мини-революция или что-то такое. Mm-hmm. Они понимают, что это будет, как в России, русский бунт бессмысленный и беспощадный. Так же и в Китае он тоже бессмысленный и беспощадный. И они понимают, что вот сейчас начни как бы вот этим 99% рассказывать, что, ребята, вот там были такие-то события, и, может быть, кто-то там из ваших предков там пострадал, и вот начнется вот это вот все, и как бы вот люди боятся вот этой вот нестабильности. Поэтому это такой компромисс с совестью, наверное, да, и у вот образованных китайцев, и у иностранцев, которые здесь живут, которые говорят, ну, да, это неприятно, но мы как бы трейд-офф делаем за стабильность. Вот примерно такая вот история. Ясно. Ну и, наверное, последний вопрос. Какие должны быть границы применения искусственного интеллекта в системах видеонаблюдения, в системах, может быть, там, будущих социальных рейтингов? Ну, мое личное мнение – это границы того, что может делать искусственный интеллект в области вот, контроля за гражданами, он должен быть ограничен, самое главное, двумя вещами. Это бронированной такой защитой от утечек на сторону, да, или попадание данных в нехорошие руки. И второе – это степень принятия самостоятельных решений этим искусственным интеллектом. Получается, что в Китае не просто государство внедряет технологии контроля, но и само население предпочитает стабильность и безопасность возможному хаосу. В Европе же наоборот. Люди предпочли бы сохранять конфиденциальность. Прежде всего, это связано с уровнем жизни и ценностными установками общества.
Получается, дело даже не в самих технологиях, а в том, где и для чего их применяют. А что касается угрозы искусственного интеллекта, то пока она выглядит отдаленной. На сегодня существует лишь узкий искусственный интеллект. И реально только опасность, исходящая от человека, создающего искусственный интеллект. Андрей, скажи, пожалуйста, каких пределов может достичь искусственный интеллект? Этот предел очень сложно понять человеку, как мне кажется. Почему сложно? Потому что мы часто не можем спрогнозировать, как высоко поднимутся технологии. Если спросить человека 100 лет назад, как он себе представляет будущее, а это достаточно легко сделать, потому что такие вопросы задавали, то картинки, они же все примерно одинаковые. Там человек на каких-то летающих машинах, в космос летает или, значит, соединяется по какому-нибудь неимоверному аппарату с другим человеком на другом конце света. С одной стороны, угадали, часть вещей реализована, с другой стороны, не угадали. И так было и всегда, на самом деле. Посмотрите фильмы, даже то самое «Назад в будущее», сколько там было всяких интересных технических гаджетов. И вот наступает этот момент, который был в фильме показан, и мы видим, что половина из них не реализована. Но главное, конечно, в том, что человеку, на мой взгляд, очень сложно предугадать, как повернет технологическая парадигма уже через одно поколение. В нашем с вами случае ситуация лучше, потому что смена, скажем так, вот этого, этой парадигмы, она осуществляет прямо при нашей жизни. Наши дети будут видеть эти изменения по 2, по 3, по 4 раза в жизни. Поэтому я, отвечая коротко, скажу, что неблагодарное занятие предсказывать развитие этих технологий, но то, что оно будет головокружительным, готов подписаться. Андрей, а веришь ли ты в угрозу искусственного интеллекта для людей? Я верю в нее, потому что я являюсь юристом. Мы работаем с рисками. Исходим из того, как эти риски митигировать, то есть сделать их минимальными для нас. Ну, я так понимаю, что в сингулярность тоже веришь, то, что она когда-то наступит. Во-первых, когда примерно она наступит? И во-вторых, как сделать так, чтобы либо подготовиться людям, либо каким-то образом адаптироваться под это? Я помню, на меня большое впечатление произвел Рэй Курцвейл с его концепцией сингулярности. И как юрист я, безусловно, считаю, что риск ее наступления нужно иметь в виду. Как человек, который, ну, чтобы погрузиться в эту тему, много там изучает реальность, чтобы понять, что тебе регулировать-то. Я тоже понял, что, конечно, она очень вероятна. Это правда. И будет ли она для человека хорошей или плохой историей, это, кстати говоря, во многом вопрос юридической профессии тоже. Вот. Когда она наступит, особенно интересный вопрос, потому что если почитать, например, литературу начала 21 века, никто в целом не прогнозировал ее в ближайшие десятилетия. Люди говорили, что, ну, условно, это там спустя 100 лет. Ну, вот Курцвейл был один из таких экстравагантных людей, который в своей книжке, по-моему, как раз в начале 21 века написал, что 2050-й, 2036-й, там тоже переломная точка, ну, 2050-й в среднем. А дальше, если посмотреть на литературу, то мы видим, что с каждым Новым годом точка-то приближается и приближается. И сейчас, когда я разговариваю, например, с ребятами, кто делает искусственный интеллект, там и спрашиваю, вот если вы верите в AGI, в Artificial General Intelligence, вы какой срок даете? Во-первых, все больше людей и специалистов не считает это зазорным, вообще говорить про AGI. Раньше-то лагерь был такой, что я даже про это говорить не буду, что за сказки. Сейчас людей много уже, кто готов про это говорить серьезно. И сроки постоянно сдвигаются. Судя по тому, что происходит, исключать наступление так называемой сингулярности в результате развития Artificial General Intelligence, или наоборот, можно чуть ли не в течение ближайших 10 лет, так говорят целый ряд экспертов. Лично мне кажется, что то, как развивается мир, просто не может навести на какую-то другую мысль, кроме того, что это произойдет достаточно быстро. Я обычно привожу в пример смартфон. Говорю, ребят, их не было 12 лет назад, вы сейчас не представляете свою жизнь. Мы просто и смартфон, и я — это одно и то же. Их не было.
их не было совсем, ну совсем по человеческим меркам, просто вот они, по щелчку появились. И вы посмотрите на свою жизнь, ну хорошо, там искусственный интеллект, может быть, вы не ассоциируете свою жизнь с ним, но вы посмотрите на то, что вас окружает сейчас. В большинстве своем вы видите, что у нас окружают технологии, которые там еще 10, 15, 20 лет назад казались бы нам совершенно фантастическими. Но с этой точки зрения разум говорит нам, что наступление такой истории, как сингулярность, это вопрос не настолько далекого будущего, как принято верить. Андрей, в связи с, может быть, наступлением сингулярности даже быстрее, чем мы ожидаем, какое ты видишь будущее людей среди машин, либо машин среди людей? Что будет первично? Это такой вопрос, который раскалывает на несколько лагерей аудиторию. Когда я вот обычно показываю это двумя картинками. На одной «Терминатора» из фильма «Терминатор 2». И, кстати, большинство современных там подростков, детей, они не знают, кто это, не смотрели этот фильм. А с другой стороны «Валли». И «Валли» смотрели все. И вот это, мне кажется, квинтэссенция. Вот эти две картинки, они просто квинтэссенция разных полюсов. Либо роботы вырвутся из-под контроля и нас всех уничтожат, либо, значит, они будут жить вот такие вот, по модели, как «Валли», безусловные помощники человека, добрые, которые способны, значит, сделать нашу жизнь лучше и даже спасти все человечество. Вот в какой из сторон качнется этот маятник? Это действительно очень интересный вопрос. Например, не лишат ли нас системы искусственного интеллекта работы или роботы? Это сейчас обсуждают все. Нужно ли людям выплачивать безусловный базовый доход, чтобы компенсировать? Очень актуальный вопрос. Какие социальные правила нужно установить во взаимоотношении между людьми и во взаимоотношениях там, с этими с механизмами? Должна ли система искусственного интеллекта себя идентифицировать, когда с человеком общается? Эти вопросы обсуждаются уже сейчас. Страшно представить, какие вопросы нас будут ждать через 10 лет, правда? Но мне почему-то кажется, что человечество такие точки уже проходило. Мы могли себя уничтожить уже много-много раз, и это было совсем не так давно. Человечество вообще, к сожалению, мастера в уничтожении себе подобных. И с этой точки зрения, например, я как юрист понимаю, что искусственный интеллект — это еще один молоток. Вот, и этот молоток можно использовать разными способами. Мне очень хочется верить, как оптимисту, в то, что мы, конечно, будем развиваться по модели углубления взаимодействия. Многие эксперты про это пишут, я склонен с ними согласиться. Лет через 100 человек будет сильно отличаться от классического Homo sapiens. Кстати говоря, вот Юваль Ноа Харари последовательно обосновывает эту идею, проанализировав все, что было до сегодняшнего момента, и заглядывает в будущее. Действительно, симбиоз машины и человека, как мне кажется, это одно из самых вероятных наших ближайших будущих. Если вы в этом сомневаетесь, возьмите сейчас смартфон, и вы поймете, что в нем находится вся ваша жизнь, ваши контакты, ваши фотографии, видео. В нем находится доступ к гигантской базе знаний всего человечества, в которой вы сразу же подглядываете. И, скорее всего, вы даже до дому не доедете, потому что вам тяжело передвигаться из навигатора, если вы находитесь в не том районе. Я уж молчу про финансы и так далее. Это произошло за сравнительно небольшой промежуток времени. Мы стали в хорошем смысле киборгами. Я думаю, что если мы добьемся развития нашей цивилизации вот по этому пути, это будет очень хорошо для человека. Если не добьемся, то думаю, что изобретение Artificial General Intelligence, оно станет таким изобретением, о котором там все остальные наши вопросы с безусловным базовым доходом, потерей рабочих мест будут казаться просто несерьезными там, цветочками, в общем говоря, будут нам казаться. Если ориентироваться на те риски, которые действительно может иметь недружественный искусственный интеллект. Роботы уже действительно окружают нас. В больницах по всему миру, включая Россию, работают роботы-хирурги, помогающие делать более точные и менее травмоопасные операции. А еще позволяющие врачам проводить сложнейшие операции удаленно. Сельскохозяйственные роботы автономно спахивают и убирают поля, борются с сорняками и собирают ягоды и фрукты. В промышленности роботы уже стали самым обычным делом. Роботизация прочно вошла в автомобильную, пищевую и многие другие виды промышленности. Роботы строят здания, тушат пожары, участвуют в военных и спасательных операциях. Автономные роботы ездят по дорогам и плавают в океане. Робототехника – это суперсила нового тысячелетия, которую можно использовать во благо либо во вред. Но с развитием технологий не все в этом вопросе может зависеть только от нас. Так что нас ждет? Рай на Земле с роботами? Или нам придется покинуть нашу планету, чтобы выжить? А вы как думаете? Пишите обязательно в комментариях и делитесь этим выпуском.